Всем привет, друзья! Сегодня у меня такой вот маленький, ну, замороченный телефончик Sony Ericsson W100i. Попался мне в руки, принесли поменять шлейф. Вот. В свое время очень много их приносили, года два назад. Постоянно летели шлейфа на них. То есть телефон включается, видите, да, подсветка горит. Я подумал, дай-ка я запишу видео. Может быть, кому-то пригодится. В Испании с такими телефонами ходят. Не только пожилые люди, но и молодые почему-то. Чем-то он им нравится. Вот так вот выглядит шлейф. На него. Замена такого шлейфа у нас стоит, цена не написана, ну, порядка 10 евро. 8-10 евро приблизительно. Видите, даже экран появился. Только белый. Итак, выключаем телефон. Выключаем телефон, разбираем, снимаем батарейку. Четыре болтика сверху. Сняли болты. Снимаем заднюю панель. Вот он, видите. Тут даже заднюю панель можно не снимать. Я уже и сам забыл, как он меняется. То есть открутили 4 болта, и вот он сразу уже. Тут у нас задняя панель, клавиатура остается, плата и выдвижной механизм. То есть он напрямую прикручивается к плате, получается, видите. Итак, что делаем дальше? Дальше мы разбираем, снимаем два болтика вот этих. Да, пока не забыл, вспомнил. Тут очень важно не перепутать сторону шлейфа. Когда вы будете подсоединять вот эту сторону шлейфа, вот эту сторону с двумя выемками, которая пристегивается ближе к экрану, вот, главное не перепутать ее. Снимаем вот этот вот пластиковую наклейку сверху. Тут у нас еще два болтика. Так, далее мы снимаем рамку переднюю. Сняли. Так, приподнимаем клавиатуру. Вот он, наш разъем. Вытаскиваем его. А он видно, вот видите, да, вот он изломан весь. Итак, то есть то, о чем я говорил, с двумя выемками мы подсоединяем вот в эту маленькую плату верхней клавиатуры. Соединили, вставили разъем. Тут его еще не так просто вставить, оказывается. Вставили, застегнули. Поставили клавиатуру на место. Защелкнули. Давайте поставим обратно белую рамку. Удалим свои отпечатки пальцев, которые можно было и не оставлять. Так,
клавиатура. Вставляем экран, желательно снизу, потому что у нас снизу защелки. Защелкиваем. Так, вроде все правильно я сделал. Далее вставляем в разъем платы. Застегнули. Хорошо вставили. Так, теперь, наверное, нам можно его застегнуть. Да. Проверили. Все выдвигается. О, забыл. Вот видите, забыл, совсем забыл прикрутить болты. Один, второй. Третий, четвертый. Закрутили. Теперь можно вставить. Вставить. Вставили. Двигается как надо. Закручиваем. Четырьмя болтиками длинными. Наклеечку не забудьте. Ну, вроде бы все, я, конечно, рискну поставить это позорное видео. Может быть, оно кому-то и поможет. Но если появится пальцы вниз, придется его, конечно, удалить. Включаем телефон. Вот, все заработало. Телефончик рабочий. Сеньор Антонио Аббат. Это значит, что сеньор, человек, который дал этот телефон, он довольно преклонного возраста, как я и думал. Все работает, сеньор будет рад, я думаю. Итак, выкладываем видео. Всем спасибо за внимание, друзья. Ставьте пальцы как-нибудь. Удачного дня!